Марина купила себе новую кофточку. Сейчас померь. Ну-ка, покажи, там что цена? Какая-то с зайками взяла. Давай, одевай. Какая кофточка с зайками? Ну, не знаю. Ну, на повседневку-то пойдет ходить. Вон, знаешь, хоть что-то. Хоть что-то, говорит. Как будто у тебя кофточек нет. Нету. Бедняжка прям. Ну, тебе-то как самой? Мне нравится. Нравится? Понравилось? Очень. Как? Миленько, да. Миленько, да. Миленько, Матвейка, да? Сестричка у тебя одела кофту такую с зайками. Какой да. Зайчик с этими, с очками, да. Зайка-очкарик. Ну. Вот так радуется Матвей за сестру. Да, Матвей? Удобно очень. Ну, что, простая обычная кофточка, что? Ну, да. Ну, мне единственное было там вечеринка. Мне повезло просто вообще. Да? Из-за такой цены. Ну, 350 рублей. 350, ага, да. Ты сказала? Вообще недорого. Ну-ка, дай я посмотрю, вот это, ну, какая она хорошо. Прям. Такая тоненькая, ну, такая. Зайки. Зайка моя. Зайка. Да, тебя моя любимая. А ты смотрела, какие там цены-то, Марина? На что цены? Ну, вещи. Ты же не одну померила, ну, наверное. Просто... Почему? Одну, одну я... померила и я все. Так смотрела, там нечего мерить. Там, конечно, я не буду мерить. Зачем? 700, 600. Такие цены, ага. Да, это, там обычно дешманские такие кофты. Такая цена, капец. Так, удачи и все. Ты в Удаче и в Харбине была? В Удаче я 6 штук, наверное, футболок примерилась, а не 10. Футболок? Да. Футболок 250 рублей обычно. Что-то дешево как-то. Ничего не понравилось, не подошло. Одно я надела, я толстая, слишком потолстела, у меня выделяться слишком. Где ты толстая? В котором месте? Ты, ну, футболку я видела. Ты нормальная. Ты сейчас, меня... ты сейчас не тощая и не толстая. Вот нормальная. Живот у меня, ну, толстый. Ну, да, действительно. В кофте ты нормально выглядит. Вообще, вообще. Ну, вчера вы написали, кстати, я тебе не говорила еще, что корову тебе надо доить в конюшню, чтобы ты помогала. А, говорила я тебе? Или я читала комментарии папе? Я папе читала комментарии. Конечно, даю. Пойду. Ты доила, кстати, ведь помнишь, мы пробовали? У меня вообще не получилось даже. Ну вот. Ну, у меня руки слабые. Ручки маленькие, покажи вот ручку свою у дочери. Как я такой рукой ручки отдаю? Малюсенькие, но вообще, кого же там. Хотя дети, даже девочки вот доили маленькие, вот как вот с раннего возраста. Ну вообще, вот раньше. А сейчас вот посмотри, сейчас вот отправь доить. Вон Анютка тогда хотела, не хотела, Анютка оставили тогда, помнишь, на управку. Тоже еле-еле 3 литра надоила. Так что не каждый может. Во-первых, силу надо применять. Надо, чтобы сила в руках была. Еще раз тогда снимешь как. Как ты будешь доить? Да. У нас аппарат есть, зачем мы будем вручную? Не, ну просто снимешь, как у меня выйдет, нет? Ага, ну давай попробуем. Кажется, ну, просто писали, так, ну, отец аппаратом дует. Аппарат тяжеленный, его таскать вон. Он сам-то его вывозит, так, сзади такой моторчик, что не в раз этот аппарат поднимешь еще. Хоть он и на колесах, но все равно тяжелый. Так что вот так вот. Так что дочь будет пробовать сегодня доить. Сегодня? Сегодня, если тебе отец позволит. Ну, ты доила тогда, когда-то, помнишь? Да я-то мне дала попробовать. Тебе понравилось? Так не получилось же ничего. Я просто так взяла, типа, там даже молока-то не было. Ну, потому что ты неправильно делала. Но я говорю, все равно надо применять силу. Так что не каждый справится с дойкой. Марина собралась на день рождения. И сегодня она подарит тот самый подарок, который она покупала. Она не знает хоть про подарок? Ты уже знает? Нет, на твой YouTube не смотрела же. Да? Да. Ну давай, удачи, пока.
круто. Будем крутой. Это копилка, да? Да, как копилка. Офигеть! Все мое! Классно! Спасибо! Я собрался баню топить. А так как у нас нет дров в этом доме, они вот лежат еще не испиленные. Пойдет Виталя, тот дом с тачкой за дровами. Решил баню истопить. Давным-давно баня у нас не тапливалась здесь. У нас и в том доме есть баня, но там надо будет менять печку. Я уже показывала и рассказывала. Так что сейчас привезет Виталя дров. Погода у нас, слава богу, нормальная такая. Дождик, правда, был. Но тепло. Тепло. А зима уже позади. Так что впереди лето. Будем радоваться. Давай складывай в коробочку. Ну, все кубики складывай. Угу. Это вон как ты разбросал все. Вон как ты все разбросал, да? Матвейка. Даня гуляет. Виталя баню топит. Марина на день рождения. Папа спит. Мы с Матвейкой вдвоем. Да, Матвейка? Куда побежал? Не ходи там, папа спит. Иди сюда. Иди сюда к маме. Неси кубик давай. Неси. Складывай в коробочку. Молодец. Молодец. Давай. Все собирай, чтобы порядок был. А то смотри, как ты разбросал все. Давай. В коробочку складывай. У Марины вытащил из шкафа коньки. Мусорные мешки. Да? Ничего не доставай там. Ничего не доставай. Наводи порядок давай. Давай порядок наводи. Ага. Там вещи твои. Там вещи теплые. Не надо их открывать. Сына, закрывай. Все, закрывай, давай. Ага, носочки. Зачем тебе носочки зимние? Надо будет порядки наводить, лишнее убирать. Да. Сейчас уже эти носочки не надо. Привет, привет. Молодец, здороваться. Захотел мальчик поздороваться. Хороший мальчик. Время вечерочек. Папка дрова решил попилить. Чё, дорогой? Я думала, ты все еще дрова пилишь. А ты уже доишь. Да я ему немножко пилю, наколоть на маме. А, он из того дома возил. Ну так зачем возить, я ему пилу принеси. Не, ну он сам же пилой не будет пилить. Ни разу не было у рук. Конечно. Марина, думала, Марина придет к дойке-то. Подоит нам. Хотела попробовать. Ладно, че. А кого? Она еще подпустит? Нет, ты знаешь же, она никого не подпускает. Ну, так-то, но вообще-то. Всех, всех долго, вроде спокойная корова. Кроме мою мать, о, кто еще? Много кто подходил. Но подходили. Тебя да плохо слышно. Доярки с таким стажем большим, ага. Моя мать всю жизнь дояркой проработала. Она как ее напинала, а Анютку, помнишь, живот беременный? Нет, это Юлька была. Юлька была? С Анюткой, да. Нет. Она Катьку не пробовала? Она доила Катьку, она выдоить не могла. Ну, а Анюткина свекровка тоже всю жизнь с коровой попробовала, села подоить, она ей все коленки, а Лариске все коленки отбила. Ты что, помнишь, пинала? Ну. Мы с тобой с первого раза подошли, я вроде мужчина. Я приехала посмотреть корову, когда мы ее выбирали. Я приехала, села, подоила ее. Ей, наверное, понравилось. Проверила, и да. Она просто, наверное, посмотрела, что ты такая строгая. Нет. С этой тетей не шути. Ну. Мне даже животные понимают людей. Ну, конечно. С кем лучше не шутить, а с кем попрекаться можно. Кому можно рога выставить. Помнишь, козы у нас были? Какие уж они были вредные. А, это как у нас цитата была? Белка. Белка. А, белка. Ой, порода такая подачная. А рогов-то не было. Из рогов бодалась. Из рогов бодалась.
козлёк по улице, у неё козлёнок по улице бегал. Ну там уж козлёнок-то вот такой. По улице бегал, людей пугал, жаловался. Бегает. Так что я даже не подумала про это, кстати, про... А то пишут корову-то подоить, да, не каждую корову подоишь, еще подойдешь к ней. Так что... А кого у Марины ручка-то, вон у нас сережки, так кого же у нее? Она, кстати, зажимает, но... Но... Это надо сильно выдаивать. Да я говорю, писали, Марина, пусть доит корову, что пусть попробует подоить. Вот сами бы попробовали. Ну, я говорю, ну, кто-то доил, конечно, кто доил, тот знает, что это такое. А кто не доил совсем, так... Посмотри, Катя перевернулась. Ну, что, перевернула. Пусть выедат там. Так что Марине вряд ли выдоить, у Марины сил не это, не особо. Считай, муж, как говорится, руками доил, и то под конец руки устают уже. Это тебе не две баночки трехлитровых подоить и не баночку трехлитровую выдоить. Но... Она под конец только отпускает, считай, она больше полуведра выдаешь, и вот силой такой. Конечно. Так что... Какая уж есть корова. У нас она хорошая для нас. Она хорошая. Да. А аппаратом, я его сама не таскаю, вот такой аппарат. А, мне еще писали молоко процедить. Молоко цедить. Вот здесь 25 литров, вот эта бочечка. Вот с больной рукой поднимать вот эту бочечку, я думаю. Нет, это тяжелое, это же не алюминиевые легкие бетончики, вот что на фермах-то будет. А это, считай, железный. Этот, нержавейка. Он тяжелый. Он толстостенный. Понятно. Я знаю, я видел бетончики, они есть алюминиевые, легенькие. Он сам-то весит, не знаю. Да. Ой, молочка ждут. Ну, конечно. Так что не подоила Марина, не попробовала. Да и ничего, ничего не потеряла. Она у нас пробовала доить, ничего у нее не получилось. Вон она еще немножко... не нравится, ей ножкой взлягивает, да? Ну, а что ей нравится? Смотри-ка, она тебя там подбудывает. Ну-ка, говорит, давай. Да, вот так вот. Данечка дрова колет. Матвейка, не поди. Ну, из трубы валит дымок, из трубы. Матвей, ты куда побежал? Смотри, Даня дровки колет. Ну, аккуратнее, по грязи-то. Тихонько, не поди. В саму грязь бежишь. Все, она... Бум, конечно. Ну, машинка там. Машинка, на улице тепло. Ой, хорошо. Вышли хоть погулять маленько. Давай, поди. Упадешь. Ты видишь, братик, тут дровишки будет колоть. Папка немножко пильнул вон. На, это, перепиливать хлам-то. Ну... Что, у нас папка не двужильный сегодня, вот он суббота, воскресенье работал. Сейчас приехал, отдохнул и управляться. Так что вот и лежит у нас тут хлам непиленный. А парни пилой не умеют пользоваться. Ну, видишь? Чё? Ну, котёк, из другого полена не взять потоньше и полегче, которое колется. Дай-ка я попробую кольнуть. Дай-ка их двум. Это размахивай. Тебе писали тогда, вот, смотри, колун надо. У тебя что, колунов-то нету? Кстати, что-то дышится, слушай. На улке-то. Вот. Прячется, стесняться опять. Что? Чё, тебя, да, Даня вон. Как будто не видали тебя. Ну. Колун. А это есть колун? И вот колунчик. Колунчик, блин. Кому не нравится колунчик? Ну, зачем большие колуны? Ну, которые не поднять, а... Ну, кстати, такой этот... Ничего топорик-то. Хороший. Да.
Гули-гули, полетели гули-гули. Забрал, говорю, парень топоры, привязался, колет и колет. Пусть он, парень, колет сам. Ну, Матвейка смотрит. Ой, баня натопится. Сегодня бани намоемся. Да, Виталя? Виталя выглядывает. Ну, давно баню-то не топили. Давно баню-то, говорю, сынуля, не топили здесь. Что там, сына, дымок? Баньку пойдет, Матвейка. В ванной все моем, сынка. Да! Скорее бы тут высохло. Высохнет, будет чисто, сухо. Уже получше, снег уже почти сходит. Столько снега много было. Сейчас уже вот такая дорога грязная. Ну, не так страшно, как в прошлом году. Потому что по осени-то тут вот щебенки насыпали. Да, щебенки, да, отсева. Немножко улучшили, можно сказать, дорогу нам. Ну, ты тоже хочешь дрова-то, что ли, колоть? Матвей! Матвейка, не подходи близко. Хочешь дрова колоть? Ну ты помощник. Вот вырастешь когда-нибудь и будешь дрова колоть. А пока ты маленький. Хочет, я тоже, говорит, хочу. Мальчишка. Ой, так робить-то любит ребенок. Куда побежал? Не ходи туда, сына, не ходи. Да, вот такой помощник Матвейка. Любит папке помогать печку топить, еще дрова таскать. Вот в том доме. Там у нас печное отопление. А печное отопление, ну это для тех, кто не знает, что мы живем на два дома, и у нас и в одном доме газ, здесь газ, девчонки. Как хорошо, что газ. Да, Матвейка? Да, Матвейка, сынонька? Никакие дрова не надо заготовлять, только для бани. Еще бы баню на газу. Ну, баня на газу, это совсем уже, наверное, не баня. У кого в бане газ? Пишите, как это, каково это мыться в такой бане. И куда посел? Не ходи, там лужа. Ух, лужа. Лужа. Вот тепло будет, вот уберут, навоз у нас заберут здесь. Дрова уберутся, наведутся порядочки. Так что не переживайте, не пишите, что у нас навоз за оградой. Потому что некуда было навоз. Много у нас и здесь навоз, и там, где загон, где коровы, навоз. И в тот дом, в том два возили. Так что дивно навоза. Приличненько. И людям хватит, и нам хватит. Будем садить на навозные грядки. Да, Матвейка? Матвейка будет помогать? Да, все. Он совсем, парень, соглашаться. Да. Машинка там? Машинка поехала. Бум-бум, машинка. Вытаскивай давай, это, убирай оттуда. И пошел Матвейка гулять. Да, Матвейка? Сынуля. Здесь хоть грязи нету такой. Да? Не ходи в грязь-то, не ходи, да. Там, вон, видишь, что у нас грязно. Ну, по грязи-то не надо гулять. Сапожки замораются, и так заморались. Камушки? Не бери ручками камушки, они грязные. Да, грязные. Ручки замораются. Ну, потом будем ручки мыть. Пойдем давай с мамой. Пойдем с мамой гулять. Пока-пока, машешь, да? Помахал пока-пока? Сказал всем до свидания? Скажи пока-пока. Скажи пока-пока. Так что, девчонки, вот такой у нас был вечер. Это баня топится, сын. В баню пойдешь, сынок, да?
А это машина. Да. А он не знат. Он в первую очередь вышел, говорит, би-би. Да? Бибика, да? Би-би. Брум-брум или как? Нет, он брум-брум это на улку говорит. Mm-hmm. Гулять. Он все понимает. Бибика. Он может и показать, и рассказать. Собачки. Чай, печенье по-свойски говорит. Кушать. Все просит, он все понимает. Чай, печенье, Кузя, да? Кузя. Собачки там? Вон он, красавчик наш. Кузька. Кузя. Рекс что-то... Зимой в будку не прятался Рекс, а весна сыра, так он в будку прятаться стал. Ну так. Да. А как-то взяться да перепилить все это. Все. Сколько лежать перед ним? We'll be right back.